В ночь на 9 июня группа вооруженных боевиков совершила нападение на военную часть в Артемовске. Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Как сообщается, к воинской части боевики подъехали на двух легковых автомобилях и КАМАЗе, открыли огонь из автоматического оружия и гранатометов. Украинские военнослужащие открыли ответный огонь, после чего боевики скрылись. Также сообщается, что в соседних с воинской частью домах и магазинах от взрывов вылетели стекла.